Всем прекрасного дня. Забегая вперед, хочу ответить на вопросы по марафону. У нас будут два уровня сложности. И в первом мы будем проходить только мяч, а во втором уровне мы будем проходить три предмета. Мяч, на который будет делаться основной акцент, обруч и булав. Поэтому все круто, будет очень интересно. Уезжаю в город. Впервые за два месяца.